Всем привет, с вами Дима. Сегодня сравним между собой клинок ангела, а также кунай скорпиона. Посмотрим на процессы изготовления и узнаем, какая поделка легче, а какая сложнее. Приятного просмотра! Почему эти макеты я решил сравнить именно между собой, а не с другими ножами из дерева? На мой взгляд, это два специфичных образца оружия из фантастических вселенных, если можно так выразиться. Mortal Kombat, сверхъестественное. Поэтому лучше сравнивать их между собой, чем с другими реальными образцами. Чтобы VS прошел максимально объективно, рассмотрим каждый аспект рукоделия, начиная с выпиливания деталей, заканчивая покраской. А так, основа программы та же. 4 процесса крафта. Сборка, обработка, детализация и покраска. И опять-таки, подобные выпуски ориентированы на проекты, сделанные по моим туториалам и шаблонам. У других авторов и методы могут отличаться, и материалы. Начнем со сборки и ее сложностей. Кунай скорпиона состоит из трех слоев МДФ, главной части с кольцом, а также двух боковых частей лезвия, совмещенного с рукояткой. При выпиливании могут возникнуть трудности в районе кольца, все-таки оно достаточно тонкое, может сломаться. Ну и в пустых пространствах следует соблюдать аккуратность, иначе после склеивания косяки исправить будет запарнее. Сборка очень легкая, мы просто приклеиваем боковые слои на основу при помощи столярного ПВА-клея. Конечно же, не забывая про симметрию областей, чтобы ничего никуда не ушло. Маленький аспектик, но даже такое для кого-то затруднительно. Финалом сборки деревянного куная является присоединение цепи к рукоятке за кольцо. Задачка не так проста, как кажется. Необходимо распилить звено, зажатое в тисках цепи, и отогнуть пассатижами одну часть, засунуть туда кольцо и загнуть обратно. Цепь достаточно тонкая, легко ломается от таких деформаций, поэтому запаситесь аккуратностью и неторопливостью. Современные металлические цепи делают непонятно из чего, ломаются на раз. За первый этап даю самодельному кунаю скорпиона 3 балла из 10 возможных. Клинок ангела из сериала «Сверхъестественное», конечно, не похвастается интересными моментами при выпиливании. Лезвие состоит из трех треугольников, а рукоятка представляет собой ППР-трубку. Ну, хотя тонкие кончики элементов лезвия легко запороть, если работать в стиле «и так сойдет». Все же гораздо больше сложняков возникнет при склеивании составляющих. Во-первых, лезвие. Из него должен получиться тетраэдр, то есть пирамида, в основании которой треугольник. Причем треугольник равносторонний, ну, чтобы везде угол 60 градусов был. Для этого каким-то неведомым способом надо сточить с обратной стороны углы, чтобы детали сложились в нужную фигуру, так еще и по всей длине. Лично я с задачей не справился, у меня получился равнобедренный треугольник, а не равносторонний. Во-вторых, хоть основой рукоятки является легкодоступная пластиковая трубка, которую можно купить в строймагазине, то как делать наконечник и переходную часть? Вопрос. У меня под это дело нашлась ложечка из-под детского питания и крышка от банки для зубочисток. Как вы будете решать вопрос, не знаю. Но я бы, наверное, сделал данные области при помощи утолщения из бумаги. Ну и в-третьих, в конце мы должны присоединить лезвие к рукоятке под ровным углом, что тоже достаточно непросто. Уровень сложности сборки выше среднего, где-то на 6,5 баллов из 10. Кстати, ребят, вдруг кто не знает, ролики с изготовлением сегодняшних моделей есть на канале, выходили в 2019 году. Теперь обсудим формы самоделок, черновую, чистовую обработку. У куная перед формами нужно первым делом убрать перепады между слоями листового материала, выровнять все, потом уже заострять лезвие, с чем возникнут трудности, так как недостаточно просто сделать спуски по бокам. Еще нужно выполнить сведение к острию сверху и снизу. Ну, в принципе, как у всех кунаев, у которых лезвие словно ромб. Да и сами спуски нелегкая задача. Тут главное грани не залезать, а то потом фиг исправишь. Рукоятка ничем не примечательна, у нее лишь закругляются углы, дабы держать было удобно. Само собой, после работы с гравером идет очередь за наждачной бумагой с целью сгладить обработанные места. И тут будьте очень внимательны. Обычно в такие моменты запарываются острые грани, как я опять-таки это называю, зализываются. Потом еще останется зашпатлевать и снова пройти цикл с наждачкой, сохранив правильные формы. Я считаю, кунай заслужил 6 очков за второй этап создания. Что касается придания форм ангельскому клинку, то здесь вот как получается. Удалось собрать идеальный треугольник, то в принципе ничего делать и не надо, грани и так острые. Пройтись по поверхностям и готово.
Ну ладно, идеализировать не будем. Скорее всего, края сведутся с погрешностями. Эти погрешности придется сточить, а для острых спусков наращивать материал суперклейм с содой и заострять. Как видите, определенные усилия приложить надо. Придание форм – это не всегда про убирание лишнего материала. Иногда это и наращивание недостающих областей. Как, например, в случае с переходом от рукоятки к лезвию при помощи холодной сварки. Наносим массу в нужные места, далее проводим шлифовку. В конце шпаклевка с финишной прямой. Итого 4,5 балла. Детализации у сегодняшних героев практически нет. Клинку ангела за данный третий по счету процесс рукоделия ставлю 2,5 балла, поскольку выемки на лезвии делаю с алмазной насадкой на бурмашину. Вручную. Нужна четкая концентрация и жесткий контроль над процессом. В противном случае уведет, а вместо прямой линии выйдет непотребие. Во сколько бы я оценил наматывание бинта Мартенса на рукоятку скорпионского куная? 0,5 балла. В этом нет какой-то трудности, где ради хорошего результата требуется старание. Поэтому такая оценка. Последний процесс крафта макетов из дерева, который мы рассмотрим – покраска. Оба образца в реальности имеют просто металлический цвет. Ну, логично, они же из металла. Я при их создании не заморачивался над покраской. Однако, мои ошибки ни на что не влияют. Мы же рассматриваем достижение максимального качества у описываемых самоделок. Для имитации необходимого оттенка нужно либо найти специальный аэрозоль металлик, либо после грунта сначала нанести черный акриловый аэрозоль, после аэрозоль Босни с оттенком алюминия, но местами, чтобы вкрапления черного оставались. Тогда выходит металлический цвет. Данный способ достаточно непростой и требует опыта, поэтому ставлю каждому участнику сравнения по 4 балла. Итого, кунай Скорпиона из Mortal Kombat имеет 13,5 баллов из 40 возможных. Клинок Ангела из сериала «Сверхъестественное» всего получил 17,5 очков. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите к просмотру следующих видео.